«За Родину». Так называется военно-патриотический конкурс, организованный студентами Курганского госуниверситета. В течение месяца самые спортивные и активные соревновались друг с другом в стрельбе, эстафете, поисково-спасательной работе, прыгали даже с парашютом. Они связались с органами власти, с военкоматом, МЧС, Роспасом, со всеми согласовали, выстроили программу и вот такой интересный конкурс устроили. То есть это чисто студенческая инициатива, но мы только поддерживаем, конечно. В конкурсе участвовало 7 факультетов вуза. Им пришлось поучаствовать в самых разных испытаниях. Один из них, например, был тактический пейнтбол. Участники прошли военизированную эстафету со сборкой-разборкой автоматов, стрельбой по мишеням, метанием гранат и бегом в противогазах. На последних этапах сражались с диверсантами. В будущем проект планируют расширять. «За Родину» будет второй конкурс, посвященный 70-летию, и в нем, я уже надеюсь, будут принимать участие все вузы и СУЗы нашей области. А дальше планируем выйти уже как минимум на Уральский федеральный округ. Лучших участников конкурса наградили дипломами и подарками от организаторов конкурса. Специальным призом и благодарственным письмом администрации города был отмечен студент юридического факультета КГУ Антон Кошелев за лучший результат в этапе комбинированной военизированной эстафеты. Сама эстафета состояла из нескольких этапов, то есть это была сборка автомата АК-47, далее и стрельба из пневматической винтовки. Но я считаю себя патриотом своей родины. То есть для меня это была честь участвовать в этом конкурсе. Это патриотично. Я считаю, это очень замечательный конкурс. И я не мог просто не участвовать в нем. Я такой человек, что я патриот. Я должен был участвовать в нем. Дмитрий Хапов, Александр Шмыков и Инна Морозова. Молодежный интернет-телеканал «Абрикос».